В рамках своей текущей работы одинцовские волонтеры помогли жительнице деревни Салманова привести в порядок плодовые деревья, которые растут на ее участке. Женщина сообщила, что из-за сильного ветра и обильного урожая обломилось несколько веток на старой яблони. Они упали на крышу дома и забор. В силу возраста и состояния здоровья заявительница не могла убрать их самостоятельно. На помощь ей оперативно пришли волонтеры. Об этом сообщил депутат Совета депутатов Одинцовского городского округа Вячеслав Киреев. Он добавил, что по просьбе заявительницы волонтеры также удалили сухие ветки с других плодовых деревьев на территории участка.